час, секунду. Сережа, это я на работе, на зеленая, значит, зона есть вокруг здания, и вот там около, значит фонтана, например. Всего доброго, Сереж, удачи. Пожалуйста, 3, Анна, Тамара, Сергей. Доброе утро. 5-9, Евгений, станица Курская, Кирсов. Да, Виталий, до 20 дБ тоже слышу. Очень здорово, Виталий. Что за амплифайер работает, говорю? Хорошая лампа. Вот когда-то я хотел тоже сделать, а потом что-то передумал. Не люблю Петроды очень. Очень не люблю на Петроды. Я не знаю из-за чего. Но вот почему-то или Пинтот, или Лестрево. А Петроды что-то нет. Хотя вот сделал. Сейчас новый усилитель работает на 84B. А вот тоже с Петрод. Ну, вроде как, значит, неплохо. Вроде как, значит, нравится. Ну, бог его знает. Вот такие дела, Виталий. У R3 LTS я у вас 6 ГБ. Вина, значит, лампы, это не вина лампы, это вина, значит, монтажа и значит, наладки. Это может быть, значит, на любой лампе. Вот. Поэтому это не вина лампы. Конечно, там у нее чувствительность бешеная, но да и у вашей лампы, значит, не меньше, но все равно. Это вина где-то, значит, монтажа. Поэтому надо более делать на ступеньких лампах, они там менее вот это вот все, значит, вино. Спасибо, удачи и до будущих встреч. У РТ ЛТС я у вас 6 ГБ.